В Сиверском районе прошла 60-я сессия Совета. В начале встречи с докладом о работе полиции за 2019 год выступил заместитель начальника отдела МВД России по Сиверскому району Василий Беренский. Он отметил, что по итогам отчетного периода отдел показал хорошие результаты практически по всем направлениям. Особое внимание уделено отделам было на выявление преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров. И по выявлению преступлений, связанных с незаконным хранением, сбытом огнестрельного оружия. По данному направлению деятельности снижение не было допущено по сравнению с 2018 годом. Особое внимание уделялось проверке условий хранения оружия, выявлению правонарушений в данной сфере. С отчетом о деятельности контрольно-счетной палаты за 2019 год выступил ее председатель Сергей Федин. За отчетный период контрольно-счетной палатой проведено 106 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 63 объектах. На встрече озвучили планы на 2020 год. Также депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся бюджета муниципалитета и недвижимого имущества, находящегося в казне района.